Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В этом видео хочу вам показать две интересных модели, уже собранных, подготовленных под покраску. Такие танки, как Т-84 Оплот и Т-90МС. К сожалению, сборку этих моделей вы не увидите у меня на канале, как не было времени снимать, нужно было очень быстро их сделать. Довольно хорошие, достойные модели получились. Поэтому я снимаю это видео, чтобы показать, что вы можете приобрести в наборе, если захотите их приобрести. Так вот, если поставить рядом Т-84 и Т-90, то чувствуется, что Т-90 более массивный. И башня побольше, и корпус пошире. Ну и сейчас покажу, расскажу про сами наборы. Т-90, конечно, смотрится очень красиво. Да и сам набор фирмы Tiger Model очень интересный и самодостаточный. Много фототравления. Такая вот получилась башня. Точеные тучи. Очень хорошо сделаны. Самоклеющейся томиевской пленки прозрачной. Сделал триплексы. На прицеле видно, как они блестят. Остальное все закрыл масками. Действительно очень хороший набор. И ради интереса можно сравнить Т-90 с американским автомобилем Кугуар. Тоже, кстати, друзья, я его уже закончил, подготовил под покраску. Кому интересна эта модель, скоро на канале будет видео, продолжение. Сейчас просто у нас очень жарко. Я боюсь покраской испортить модели. Что попробовал на днях красить. Влажность высокая, жара, и краска ложится шагренью. Потом немножко переждем. Когда немножко станет похолодней, начну красить. И вот видите, насколько Кугуар выглядит массивней даже Т-90. Модель очень интересная, крупная. Тоже хочу вам ее порекомендовать. Так вот сделана ходовая. Все на защелках. Все можно разобрать перед покраской. Очень удобно. Все собиралось без каких-либо проблем. Стыковка отличная. Но иногда местами приходилось убирать стык пресс-форм. Очень глубокий шов, особенно на катках был. В наборе дана вот такая антенна. Очень хорошо сделана, выполнена. При желании можно заменить металлической, но если аккуратно срезать с литников, то и наборная антенна очень хорошо выглядит. Ну и вот такая ходовая, рабочие торсионы, подвеска полностью рабочая будет.
модели очень доволен. Теперь Т-80 фирмы Trumpeter. Все очень хорошо стыковалось, без каких-либо проблем. В наборе минимум фототравления, но основное фототравление здесь есть. Решетки для крепления троса. Тоже модель очень понравилась и собиралась даже намного быстрее, чем Т-90 от фирмы Tiger Model. Поэтому, друзья, видео специально снял, чтобы показать вам, насколько хороши эти танки. Кто любит бронетехнику, данные танки очень украсят вашу коллекцию. Вот вставочка на танк Т-84 Оплот. Как видите, стыковка у него отличная. И все очень хорошо держалось на сухую перед разборкой на покраску. Вот такая вот ходовая часть. Все тоже очень хорошо разъединяется. И по отдельности можно хорошо покрасить. Ну, на этом, друзья, спасибо. Если захотите приобрести данные модели, вы их можете приобрести на сайте «Я моделист». Ссылочки будут под видео. Ну и по традиции, всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь с нами.